Так, всем добрый вечер. Ага, все, вроде бы отлично. Да, друзья, всем привет. Всем привет, всем здравствуйте, всем добро пожаловать на сегодняшний вебинар. Сегодня вебинар у нас такой обеденный. Будет очень интересная информация по пассивному доходу вообще в вашей жизни. Мы разберем, как Глобус может вам помочь в составлении будущего своего пассивного дохода. То есть, чтобы был у вас серьезный актив, капитал, чтобы в будущем довольно-таки очень хорошо жить. Сегодня мы как раз-таки об этом и поговорим. Друзья, всех приветствую на сегодняшнем вебинаре. Все, кто сейчас заходит на данный вебинар, эти люди являются как раз-таки счастливчиками и будущими миллионерами. В данный момент вижу уже 50 миллионеров. Самое первое правило миллионера – это подписаться на наш канал. Если вы подписаны на наш канал, если вы включили колокольчик, если у вас всплывает уведомление о том, что у нас стартует новый вебинар, вы никогда не пропустите новых видео или же новых вебинаров онлайн. Потому что именно на вебинарах вы можете приглашать, на вебинар можете приглашать своих будущих потенциальных партнеров, вы можете сами приходить и черпать для себя много интересных знаний. И плюс к этому вебинары помогают строить ваш бизнес. То есть все, что вам нужно сделать прямо сейчас, это обязательно подпишитесь на наш канал. И далее звоните своим друзьям, коллегам, партнерам, родственникам, кумовьям. Отправляйте ссылочку на данный вебинар. Пусть эти люди заходят на наш вебинар, смотрят презентацию самой компании. И будьте уверены, что после окончания вебинара они вам сами перезвонят и попросят ссылку для регистрации нашей компании. Так, ну, друзья, это маленькое такое лирическое отступление, о котором я повторяю на каждом вебинаре, потому что это инструмент очень-очень крутой. На самом деле, если вы являетесь уже нашим партнером, то не пользоваться инструментом вебинаров – это достаточно глупо. Приглашайте на наши вебинары своих друзей. И, кстати, для того, чтобы не пропустить будущие вебинары, помимо уведомлений, обязательно подпишитесь на наши социальные сети, хотя бы ВКонтакте и Фейсбуке. Там мы тоже выкладываем информацию о предстоящем вебинаре. Договорились? Так, вижу, вы уже зашли, друзья. Что ж, я думаю, уже, в принципе, можно начать. Пару минут поговорили. И о чем мы вообще сегодня будем с вами разговаривать. Итак, тема вебинара – это пассивный доход. Сегодня я попытаюсь до вас донести такую информацию о том, что если вы уже начали заинтересоваться пассивным дополнительным доходом в интернете, вообще в жизни, то это уже очень-очень многое меняет. Но плюс к тому, что вы можете зарабатывать абсолютно без вложений в нашей компании, в компании Globus, вы свой пассивный доход можете увеличивать, грубо говоря, своими знаниями. Ну, вот маленький пример. Вы зарегистрировались в компании Globus, вы в ней разобрались, вы начали приглашать партнеров, ваша структура разрослась, вы работаете с каждым партнером, вы их обучаете делать то же самое, постепенно ваш, так сказать, уровень, да, уровень знаний ваших в построении структуры, он тоже растет, и постепенно вы даже не замечая для самого себя, вы становитесь таким бизнес-тренером, то есть спонсором для своих партнеров, и вы их учите бизнесу в компании Globus. А, друзья мои, бизнес-тренера, они тоже могут зарабатывать деньги. Вы тоже можете потом собирать публику, выходить, давать им полезную информацию и на этом зарабатывать. Это тоже готовый пассивный доход. Также вы можете в будущем написать книжку о том, как вы зарабатывали в компании Globus. Это тоже пассивный доход. И продавать ее. Плюс к этому вы можете инвестировать заработанные деньги в компании Globus куда-либо. И на этом тоже еще пассивно зарабатывать. Но об этом чуть попозже. Вот, сегодня я просто дам вам презентацию самой компании Globus. Для тех, кто еще не был на наших вебинарах, именно для них дам презентацию компании Globus. И в конце вебинара просто поделюсь некоторыми советами, которые позволят вам зарабатывать пассивно, без вложений, вообще в мире. Ну, вернее, в своей жизни. Да? Договорились? Итак, сначала расскажем о той компании, собственно, благодаря которой мы тут собрались. Это компания Globus. Компания Globus, друзья, это рекламная компания, которая работает с августа 2013 года.
2013 года. То есть в данный момент компании уже больше 4 лет. Если быть точным, то 4,5 года. Компания работает с рекламой. Если рассматривать рынок рекламы, то он всегда развивается, да, и реклама вообще это, по сути, двигатель торговли. Если бы не было рекламы, то мы бы не знали о выходе новых товаров, новых услуг, о выходе новых телефонов, допустим. Это все нам показывает реклама. И так уж исторически сложилось, что реклама начала в последнее время негативно влиять на людей. Реклама всем уже надоела. Просто из-за того, что ее стало очень-очень много. Почему ее очень много? Друзья, вы знаете, за 2017 год на рекламу компаниями, вот, производителями, на рекламу было потрачено более 650 миллиардов долларов. 650 миллиардов долларов вот создатели продукции либо же услуг потратили на рекламу. Представляете, какие они потратили огромные деньги? По-любому они заработали в несколько раз больше на самих своих товарах или услугах, да? То есть есть смысл всегда рекламироваться. И чем больше рекламодатели покупают рекламу, чем больше они ее везде показывают, тем больше она людям надоедает. И тем хуже влияет все это на рынок. Поэтому вот в 2013 году такая компания, как Globus, разработала просто удивительный маркетинг, разработала просто удивительный инструмент взаимодействие тех же самых рекламодателей, производителей с нами, потенциальными клиентами, с нами, потенциальными потребителями. Взаимодействие. Как все это выглядит? Если в будущем мы рекламу ненавидели, да, мы ее смотрим, но по сути мы от нее ничего не получаем, мы только узнаем о товаре или услуге, то теперь, вернее, с 2013 года компания Globus делает так, что мы за просмотр такой рекламы начали получать реальные настоящие деньги. Друзья, настоящие реальные деньги просто за просмотр такой рекламы. И это все работает с 2013 года. Кто нам эти деньги платит? Давайте подумаем, есть рекламодатель, да, который может разместить рекламу на телевидении. Но, кстати, реклама на телевидении, она очень дорогая. Вы можете поинтересоваться, зайдите в Google, вбейте в поиск, и вам выдаст, что, допустим, реклама на телевидении 30 секунд в эфирное время где-нибудь, в хорошее время, тогда, когда люди смотрят телевизор, стоит от 1000 долларов за 30 секунд. 1000 долларов – это самая дешевая, одна из самых дешевых реклам за 30 секунд эфирного времени. А у нас 24 часа в сутках. И причем, друзья, реклама показывается, ну, наверное, процентов 20-25 по телевидению показывается именно реклама, а остальное это уже какой-то развлекательный контент. Так вот, рекламодатель заплатил за рекламу на телевидении, и кому эти деньги ушли? Ну, собственно, тут, я думаю, даже думать много не надо. Все деньги за просмотр такой рекламы получает рекламная компания, получает телевизионная компания. Там, где крутилась эта реклама, да? То есть они, по сути, являются площадкой. И огромные вот эти деньжища, тысячи, сотни тысяч долларов получает один человек, владелец такой телевизионной компании. Точно такая же ситуация с владельцами билбордов, с владельцами сайтов, с владельцами радиостанций. Везде, где размещается реклама, все деньги получают именно те люди, которые предоставляют площадки для размещения такой рекламы. Но мы, потенциальные потребители, для которых показывается эта реклама, мы ничего не получаем. Теперь все, друзья, иначе. С 2013 года начался переворот в мире рекламы, вообще в мире рекламного бизнеса. И за рекламу начали платить, за просмотр рекламы начали платить. Как все это выглядит? Рекламодатели, которые когда-то рекламировались на телевидении, на радио, где-то в газетах, где-то в интернете, эти же рекламодатели с те же самыми 650 миллиардами долларов, они постепенно перебираются в такую компанию, как Globus. То есть рекламодатель переходит в компанию Globus, регистрируется как компания и начинают рекламировать свои товары или услуги среди нас, пользователей. Кстати, а нас, пользователей, тех людей, которые уже зарабатывают в компании Globus, нас уже больше 3 миллионов человек, 3 миллиона пользователей. 3 миллиона людей уже зарегистрированы в компании Globus с 2013 года, и мы зарабатываем тут деньги. Зарабатываем деньги за просмотр рекламы. Разбираемся, откуда берутся деньги. Те рекламодатели, у которых, допустим, есть что рекламировать, они регистрируются в Globus,
платят деньги непосредственно в компании Globus, то есть деньги идут от рекламодателя, идут в компанию Globus. Дальше, Globus разработала специальное инновационное такое приложение для наших смартфонов, для наших компьютеров, для наших планшетов, то есть, по сути, для тех устройств, куда направлены наши глаза постоянно. То есть наши компьютеры, наши смартфоны, причем, вы знаете, телевидение, максимум оно сейчас задействовано утро и вечер, да, в течение дня люди телевизор практически не смотрят, хотя реклама крутится по телевидению. Ну, она, наверное, крутится в основном для пенсионеров, для такого же малоплатежного населения. Но телефоны свои, наши гаджеты, кстати, идем, наши гаджеты мы берем около 150 раз в сутки. У нас есть мессенджеры, у нас есть социальные сети, у нас есть телефонные звонки, на которые мы в течение дня отвечаем десятки раз. И, друзья, мы взяли телефон в руки, на котором установлена уже программа Globus. Мы взяли телефон в руки, разблокировали его, и нам показалась рекламный контент. То есть нам показалась реклама, за просмотр которой я уже получил деньги. Только разблокировал телефон, все, мне денежка залетела. Дальше я принимаю звонок, опять его положил в карман, мне опять кто-то позвонил, я разблокирую телефон, опять реклама. И опять я зарабатываю деньги. Друзья, то есть, по сути, я уже заинтересован в просмотре такой рекламы. А если я заинтересован в просмотре такой рекламы, то, естественно, рекламодателю выгодно мне отправлять такую рекламу. Ему выгодно отправить мне рекламу о распродаже обуви, о какой-нибудь распродаже, не знаю, вещей, покупка автомобиля, либо того же самого стирального порошка. Рано или поздно брендовые рекламодатели тоже переберутся в компанию Globus. Так вот, друзья, компания Globus, как я уже и сказал, разработала приложение специальное для наших смартфонов, компьютеров, ну и планшетов и так далее. Собственно, мы устанавливаем все программы на наше устройство. На наше устройство приходит оплачиваемая реклама, и за просмотр такой рекламы мы получаем реальные настоящие деньги. То есть деньги взялись от рекламодателя, попали в компанию Globus, Globus отправил нам рекламу, посмотрел, сколько рекламы мы просмотрели, и потом по статистике полной нам платят за это деньги. То есть наши гаджеты теперь нам приносят деньги. И компания Globus платит нам за то, что мы когда-то делали даром. То есть теперь нам за это платят. Как все это разбирается? Значит, при регистрации, друзья, регистрация в компании Globus абсолютно бесплатная. Эти все приложения, хоть они стоят тоже сотни тысяч долларов, наверное, в данный момент, но использование этих приложений тоже абсолютно бесплатное. Вы регистрируетесь в компании Globus бесплатно, скачиваете программу себе бесплатно, начинаете на этом зарабатывать, то есть вы, грубо говоря, сдаете свой смартфон, сдаете свое устройство в аренду. Вернее, не свое устройство, а экран своего устройства сдаете в аренду. Вам приходит реклама, и вы за это получаете деньги. Точно так же, если бы вы построили билборд на улице и размещали рекламу на нем. Только теперь вы зарабатываете на своем гаджете. Вам ничего строить не нужно, вам никуда деньги вкладывать не надо и не надо будет. Потому что бизнес в компании Globus – это бесплатный бизнес. Бизнес без вложений, настоящий пассивный доход. Так вот, друзья, после регистрации в компании Globus у вас появляется ваш личный кабинет, в котором вы можете полностью отслеживать, то есть на сайте Globus вы указываете свой логин и пароль от своего личного кабинета, заходите и видите полную статистику, какой рекламу вы просмотрели, сколько за какую рекламу вам заплатили. У вас есть рекламные материалы для того, чтобы рассказывать об этой компании, потому что тут есть еще партнерская программа. Партнерская программа, она работает по элементу сетевого маркетинга. Когда-то Роберт Киосаки говорил, что бедные люди ходят на работу, а богатые строят сети. И, друзья, он был на 100% прав. Если мы сейчас подумаем и посмотрим большой бизнес, найдем какой-нибудь серьезный большой бизнес, да, прямо в вашем городе, вот если вы подойдете сейчас к окну, выгляните за окошко и посмотрите большой какой-нибудь магазин, который, ну, действительно там большой, где есть несколько касс. Эти все магазины, друзья мои, они сетевые. Сеть магазинов, сеть супермаркетов, сети автозаправок, сети аптек. У нас везде большой бизнес – это всегда сеть. И компания Globus – это тоже не исключение. Тут тоже есть элементы сети. То есть мы можем приглашать таких же людей, которые точно так же будут регистрироваться в Globus, скачивать себе программу и на этом зарабатывать. Зарабатывать на построении сети потребителей рекламы. Очень-очень крутой, интересный бизнес. И причем, друзья мои, бизнес этот революционный.
рано или поздно телевидение вообще уйдет на нет. Как ушли телефоны, которые, да, мы набирали вот так вот и звонили по трубке, которые стояли у нас дома. Возможно, еще у вас тоже стоит. Вот, рано или поздно телевидение точно так же отойдет на второй план. И реклама на наших смартфонах, она будет передовая, она будет на первом месте. Рекламодатели будут платить миллиарды долларов, они уже постепенно перекидывают свои деньги все вот в такие вот компании. То есть, на самом деле, для рекламодателя намного выгоднее рекламироваться именно вот в таких компаниях. И рано или поздно будет очень-очень много денег крутиться вот в таких компаниях, как Globus. А Globus, друзья, это первая компания, которая начала разработку вот таких приложений, вот такого приложения, и работает уже с 2013 года. В данный момент Globus уже выплатил, более 400 тысяч долларов своим пользователям. 400 тысяч долларов. Друзья, это не 5 гривен, это не 10, не 10 долларов. 400 тысяч долларов. Если бы можно было еще матюкнуться в прямом эфире, я бы матюкнулся. Это огромные деньги. Огромнейшие деньги. И эти деньги уже получили те люди, которые тут зарегистрированы. Мы зарабатываем эти деньги на просмотре рекламы. Когда я об этой компании не знал, честно, я рекламу вообще всю ненавидел. С 2013 года, когда я зарегистрировался в этой компании и начал постепенно работать, я рекламу начал любить. Знаете почему? Потому что за просмотр такой рекламы я получаю реальные настоящие деньги. Я эти деньги вывожу на свои карточки и спокойно себе трачу. Причем, друзья, я ни копейки не вложил. Точно так же будете зарабатывать и вы. Партнерская программа. Как я уже и сказал, после регистрации в компании Globus у вас есть ваш личный кабинет. В своем личном кабинете у вас есть отдельная ссылка. На вашу партнерскую программу. Используя свою ссылку партнерскую, вы можете приглашать своих друзей, своих родственников, маму, папу, брата, свата, детей. Вы можете приглашать в этот бизнес своих знакомых. То есть, если вы отправляете ссылку для регистрации своему другу, ваш друг регистрируется под вами. Это ваш друг, не знаю, например, Коля. Коля под вами зарегистрировался, и Коля стал для вас партнером первого уровня. Таких Коль вы можете приглашать неограниченное количество людей. Но когда вы будете, во-первых, просматривать рекламу, вы тоже зарабатываете деньги. И когда Коля тоже будет просматривать рекламу, с его просмотров компания тоже платит вам за его просмотры, платит вам деньги по партнерской программе. То есть деньги забирают не у Коли, не переживайте. Деньги платятся по партнерской программе. Это бонус за то, что вы построили сеть потребителей, строите сеть потребителей, пригласили своего друга Колю, и Коля точно так же начал просматривать рекламный контент. Друзья, это выгодно абсолютно всем. Почему? Давайте маленький пример рассмотрим. Выгодно ли рекламодателям? Ну, этот пример мы уже рассмотрели. Рекламодателям выгодно, потому что реклама приходит непосредственно потенциальному клиенту, да, потенциальному потребителю. То есть без каких-либо посредников. Если телевидение, то мы можем вообще выключить телевизор, мы можем переключить канал, мы можем выключить звук, мы можем уйти из комнаты, пока крутится реклама. В случае с рекламой на Глобусе, так эти моменты исключены. Потому что нам реклама пришла на смартфон, мы свой смартфон не выбросим. Мы по-любому эту рекламу посмотрим и потом просто положим, но в память она у нас останется. То есть для рекламодателя это очень выгодно. Глобусу. Существование Глобусу это тоже очень выгодно, потому что Глобус, по сути, он является посредником между рекламодателем и нами, пользователями. Глобус является посредником и свои деньги тоже Глобус зарабатывает. Дальше. Нам выгодно просматривать такую рекламу и регистрироваться в компании Глобус. Опять-таки, тоже выгодно, потому что когда мы получаем рекламу, мы ни копейки не вложились, нам ничего никуда инвестировать не надо. Все, что нам нужно сделать, зарегистрироваться, скачать программу. И за просмотр рекламы мы получаем деньги. Нам выгодно? Выгодно. Хорошо. Выгодно ли нам приглашать партнеров? Давайте подумаем тоже. Когда мы приглашаем партнера, то количество людей в самом Глобусе, оно возрастает. Правильно? Чем больше людей, понятно, тем больше будет приходить рекламодателей. И тем крупнее эти рекламодатели будут. То есть, приглашая других партнеров в этот бизнес, приглашая своих знакомых, вы точно так же строите сеть потребителей. И это выгодно и компании Globus, и вам. И компания Globus готова вам за это платить. Все эти деньги компания Globus платит не своего кармана. Все это деньги рекламодателя. То есть деньги будут постоянно, потому что на рекламу ежегодно платятся миллиарды долларов. Вы знаете, есть статистика, что вот за 2015 год было потрачено 570 миллиардов долларов.
За 2017 год 650 миллиардов долларов. Вот в 2018 году прогнозируется 682 миллиарда долларов. То есть огромнейшие деньги тратятся вообще на рекламу. Так вот, и мы начинаем приглашать партнеров. Это выгодно абсолютно всем, и вам в том числе. Когда Коля будет просматривать уже рекламу на своем смартфоне, то вы тоже будете зарабатывать. И Коля будет зарабатывать, и вы, так как вы являетесь для него спонсором, а он для вас партнером первого уровня. Но если Коля точно так же начнет приглашать уже своих знакомых, это уже, друзья, настоящий пассивный доход. Потому что эти люди, вот первый, второй, третий человек, которых пригласит Коля, этих людей вы уже можете не знать. Но эти люди являются для вас партнером второго уровня. Потому что вы этих людей пригласили уже не вы. Этих людей пригласил Коля. Коля зарабатывает с их просмотров, друзья. И вы зарабатываете с их просмотров. Сколько бы тут людей не было, с каждой просмотренной рекламы вы будете зарабатывать деньги. И таких уровней всего 7. Есть 7 партнерских уровней. Друзья, если партнеров первого уровня вы можете пригласить 10 человек. Этих 10 обучить сделать то же самое. И эти 10 пригласят тоже каждый по 10. Сколько людей будет на втором уровне? Давайте посчитаем. 10 умножить на 10, 100 человек. Правильно? Правильно. Сколько людей может быть на третьем уровне? То есть партнеров третьего уровня, сколько может быть людей? Опять-таки, там уже 100 человек, 100 каждый приглашает по 10, на третьем уровне может быть 1000 человек. И так дальше. То есть чем глубже, тем больше людей. И вы строите настоящий свой бизнес. Бизнес потребителей рекламы. Сеть потребителей рекламы. Из каждого просмотра рекламы вы будете постоянно зарабатывать деньги. Когда эту рекламу смотрите не вы. Вы, допустим, можете просмотреть 100 реклам. Да? Вы один можете просмотреть 100 реклам. Но если под вами будет 10 человек, и каждый из этих по 100 просматривает, то в общей сложности вы просматриваете 1100 реклам. То есть в 10 раз больше, чем вы сам можете просмотреть. Поэтому намного выгоднее приглашать партнеров. Если кому-то очень интересно распределение вот этих вот денег, то в пятницу, я проводил вебинар именно по подробному маркетингу. Я расписывал все по копеечке, по процентам, все это мы считали вместе с калькулятором. Если вам интересен подробный маркетинг-план, вы можете просто посмотреть этот вебинар в записи. Посмотрите на нашем канале, есть запись данного вебинара. Так вот, друзья, это партнерская программа, которая касается приглашения новых партнеров. То есть мы строим сеть потребителей рекламы. Но если мы приглашаем в свою структуру рекламодателя, то есть, ну, по сути, ту компанию, которая будет рекламироваться в компании Globus, нам тоже за это заплатят. За приглашение рекламодателя, за пополнение его рекламного баланса, каждое пополнение, компания Globus будет вам еще платить по 10%. Допустим, пригласили вы какую-нибудь компанию, которая торгует стиральным порошком. Они когда-то рекламировались на телевидении, платили $1000 за 30 секунд, потом перешли в компанию Globus, и вот эти все $1000, там 2, 5, 10 тысяч долларов начали отправлять в компанию Globus. И, друзья, с каждого пополнения рекламного баланса вот этим рекламодателем вы будете получать по 10%. То есть, отправил он рекламу на $5000, вы сразу $500 заработали. Отправил еще на $10000 рекламу, вы еще заработали $1000. С каждого пополнения рекламного баланса рекламодателем, которого вы пригласите лично в компанию, компания Globus будет вам платить по 10%. Это очень-очень крутой маркетинговый ход, и мы, по сути, вообще ничем не ограничены. Хотим строить сеть потребителей, хотим строить сеть людей, пожалуйста, стройте. Не хотите, вы можете приглашать рекламодателя, зарабатывать с этого, без проблем. Компания Globus платит абсолютно за все. Да, и пассивный доход. Друзья, хотел вам тоже... Так, где тряпочка? Хотел рассказать вам по вот этому, надеюсь, вопросов у вас не осталось, да, по партнерской программе. О пассивном доходе. Как я уже и сказал, пассивный доход у нас, по сути, включается сразу с первого дня, как только мы зарегистрировались. Ваш личный доход, который вы можете зарабатывать лично, в данный момент он колеблется около 5 центов в день. Вы можете зарабатывать на своих личных просмотрах. Это немного, я согласен, но, может быть, сейчас кто-то меня посчитает дурачком, скажет, да, Вася, кстати, да, меня зовут Василий, я, по-моему, забыл представиться. Так вот, скажут, Вася, ты настоящий Вася, потому что 5 центов зарабатывать в день, ну, я пойду на работу разгружать вагоны, да, и буду зарабатывать там $15 в день. Друзья, 5 центов в день. Давайте подумаем,
Большие ли это деньги? Давайте, ну, чтобы об этом думать, надо хотя бы с чем-нибудь сравнить. Вот смотрите, вы родились, да, я не знаю, сколько вам лет, допустим, мне уже 28 лет. За 28 лет я понятия не имею, сколько я просмотрел рекламы на телевидении. Когда я был чуть-чуть поменьше, еще, так сказать, неопытный, я сидел, смотрел очень много телепередач, фильмов, сериалов, все по телевизору. Естественно, в перерывах показывалась куча рекламы. Я, наверное, потратил, ну, пару лет точно из своей жизни на просмотр вообще рекламы. И, друзья, мне никто за это никогда не платил. Даже копеечки, но я на это потратил просто годы своей жизни. Но компания Globus за один день готова уже платить на, ну, вот такие вот маленькие копейки. И представьте, какие деньги вы заработаете там через 2-3 года. Это только ваши личные просмотры. И пока что, пока нас всего лишь 3 миллиона. Когда нас будет 30 миллионов, рекламодатели будут уже намного круче приходить. И будут платить реально миллиарды долларов за просмотр такой рекламы. И они будут бороться за размещение такой рекламы. Как борются сейчас на телевидении, да, за размещение там во время новостей, допустим, потому что во время новостей самая дорогая реклама. Точно так же и тут будут бороться рекламодатели за размещение эфирного времени. Будут платить все больше и больше денег. И вот, друзья, если вы приглашаете всего лишь 10 человек, 10 человек вы можете пригласить прямо сейчас, прямо вот после вебинара, и было бы желание. Честно, у вас есть мама, папа, брат, друг, сват, то есть возьмите просто свой телефон. Вот, взяли свой телефон, зашли в контактный лист и посмотрели последние 50 звонков. Вот, 50 человек, которые готовы прямо сегодня уже вместе с вами тут зарабатывать. Почему? Потому что вложений нет. Потому что это бесплатная компания, и она реально платит настоящие деньги. 10 человек вы запросто сможете пригласить, только если вы сами этого захотите. Приглашаете 10 человек. 10 человек точно так же регистрируются под вами. И с 10 человек, с первого уровня своих партнеров, вы уже можете зарабатывать около 20 центов. Сами просматривайте на 5 центов. И с 10 человек вы еще зарабатываете около 20 центов. Это числа приблизительные. Это числа из моего личного кабинета, из статистики. Они могут у всех быть разные, потому что рекламодатель, он может указывать таргетинг. То есть на большие города отправляется больше рекламы, на поменьше города меньше рекламы. Но, друзья, если мы строим сеть, мы себе приглашаем людей и из больших городов, и из маленьких, и из средних, и из сел, везде. Где у вас только есть друзья, вы всем рассказываете об этом. И именно ваши партнеры будут делать львиную долю ваших денег. Эти 10 человек смогут пригласить еще по 10. Эта работа будет у вас выполнена, ну, может быть, за сегодня, за день вы можете пригласить 10, если действительно этого захотите. Но ваши друзья сделают это чуть-чуть хуже, чем вы, и потратят на это пару дней. То есть через 2-3 дня у вас на второй линии, вот это партнеры первого уровня, это партнеры второго уровня. И партнеры второго уровня у вас 100 человек. С этих 100 человек вы уже зарабатываете около $1,500. В день. $1,500 в день, друзья. Вот с этих 100 человек. Где-то так. Среднее, ну, приблизительное число. Спустя месяц в вашей структуре уже будет 10 человек на первой линии, 100 человек, допустим, на второй. Но эти 100 человек точно так же будут делать работу. Они точно так же захотят зарабатывать больше, как и вы, если вы их будете этому учить. И партнеров третьего уровня, в конце, допустим, третьего месяца, у вас может быть около 1000 человек. И с этой 1000 человек вы уже зарабатываете около $6. Опять-таки, это все приблизительные числа. Но в общей сложности через месяц реальной, активной, нормальной работы вы можете выйти на пассивный доход, зарабатывать на полном пассиве около $10 в день на просмотре рекламы. Причем сами зарабатываете только около 5 центов, а все остальные деньги приносит ваша команда. Приносит вся ваша структура, которая точно так же смотрит рекламу. Друзья, скажите, всего лишь поработать месяц, за этот месяц пригласить только 10 человек и обучить их делать то же самое. Скажите, это реально? Ну, честно, ну, у каждого же есть 10 человек. Не бывает таких людей, которые никто ни с кем не общается. По-любому у вас есть больше 10, у вас есть 100, 200 человек. Зайдите в свои социальные сети, у вас там по 350 человек, друзей. 10 человек пригласить более чем реально. Обучить их делать то же самое тоже очень реально. И через месяц у вас пассивный доход в... Давайте даже напишу. $10 в день. Через месяц. Каждый день вы будете зарабатывать по $10 в день. А теперь давайте подумаем. Эти деньги вы можете выводить хоть каждый день.
Но мы говорим о пассивном доходе. Да? Пассивный доход мы выстроили, в течение месяца выстроили, допустим, в глобусе. Дальше. Вы начинаете обучать своих партнеров. Вот эти ваши 10 человек, они следуют за вами, они учатся у вас, потому что вы уже знаете больше, чем они. Вы тут зарегистрировались раньше. По сути, вы для кого-то уже являетесь тренером, да? Бизнес-тренером. И за это, ну, в принципе, можно даже иногда брать деньги. Бизнес-тренера, на самом деле, серьезные, хорошие бизнес-тренера, они зарабатывают большие деньги. И через, не через месяц, а через год, когда вы активно поработаете, когда вы много чего узнаете, потому что и вы будете их учить, и они вас будут учить, вы очень многое узнаете в этой компании. Тем более, учитывая наши вебинары, учитывая наши видео, много лидеров очень интересных у нас сейчас собралось в нашей компании. Мы друг друга все учим. И по сути, мы все растем. Растем, ну, в плане бизнеса. И через год вы уже можете спокойно зарабатывать еще как бизнес-тренер, уйти со своего завода, с магазина, я не знаю, там, где бы вы ни работали, вы все это можете забросить. У вас уже есть пассивный доход как минимум $10 в день, ничего не делая, не ходя на работу. Вы уже стали бизнес-тренером каким-нибудь, да, и учите людей, еще на этом зарабатываете, тоже чистый пассивный доход. Друзья, даже эти деньги, через месяц активной работы, вы их тоже можете увеличивать. Вы берете, допустим, не 10, берете $5 в день, откладываете по $5 каждый день, у вас собирается сколько? $150 в месяц, да? И эти деньги вы можете отложить в банк. Они лежат в банке под проценты. Сейчас средний годовой процент около 12-15%. То есть, по сути, вы будете еще зарабатывать по $1.5 каждый месяц на своем депозите. И каждый месяц вы можете увеличивать такой депозит, то есть комок будет расти. Пассивный доход опять-таки растет. Вы продолжаете зарабатывать и в глобусе, вы еще вкладываете деньги в банки, то есть еще на этом чуть-чуть зарабатываете. Можно все деньги не тратить. И это настоящий пассивный доход. В будущем вы можете написать историю своего успеха в компании Globus. Представляете, книгу, целую книгу написать. О том, как какой-то Вася когда-то на YouTube рассказал вам о какой-то компании, вы там сначала посмотрели, что 5 центов в день зарабатывает, а потом вы в этом разобрались, пригласили друзей и стали миллионером через пару лет. Вы написали об этом книгу, начали ее продавать. Люди у вас ее покупают, и это еще один пассивный доход. Друзья, а где первоисточник? Где самое начало? Давайте посмотрим самый верх. Вот он. Вот он, первоисточник. Это компания Globus. Регистрация в компании Globus, она абсолютно бесплатная. Скачивать приложение тоже все бесплатно. Все это вы можете делать прямо сейчас. Вы можете прямо сейчас уже начать строить свою будущую жизнь настоящего миллионера. Все, что вам нужно сделать, это пройти регистрацию. Если вам кто-то дал ссылку на этот вебинар, прям вот после окончания вебинара сразу ему позвоните, скажите огромное спасибо и попросите ссылку для регистрации. Ну а дальше регистрируйтесь, посмотрите обязательно предыдущие вебинары по разбору маркетинга, для того, чтобы вы были вообще во всем в курсе. И начинайте строить свою жизнь, начинайте зарабатывать пассивно, без вложений. Так, друзья, на этом у меня все. Спасибо вам огромное за внимание. Сейчас отвечу на ваши вопросы, если они у вас еще остались. Только, друзья, пожалуйста, не технические вопросы. Технические вопросы давайте будем разбираться в техподдержке. Все технические вопросы пишите в техподдержку. Сейчас можете мне просто задать вопросы касательно сегодняшнего вебинара. Ну или просто напишите спасибо за то, что чуть-чуть пытаемся передать вам нашу энергию. Вы просто не представляете, какая энергетика хранит в нашем офисе, в офисе Глобуса. У нас, мы стоим на пороге чего-то нового. Мы понимаем, что рано или поздно вся вот эта реклама, телереклама, радиореклама, билборды, все это уйдет на нет. А мы первоисточники, мы те, которые создали что-то новое. И мы заинтересованы как и пользователей в просмотре рекламы, так и рекламодателей. И вот это очень-очень круто. Мы занимаемся чем-то новым. Строим реальный настоящий бизнес. И, друзья, бизнес этот, он уже ваш. Он уже ваш, когда вы просто пошли регистрацию. Так, извините, отвлекся, давайте вопросы. Нужен вебинар пошагового действия по привлечению рекламодателя. Виталий, обязательно сделаем такой вебинар. Надо самим еще разобраться пошагово, чтобы передать всю эту информацию. Мы обязательно все это сделаем. Обязательно будет все это на будущих вебинарах.
Я восхищен. Спасибо большое. Почему не приходит доход от второй линии? Хотя, ну, это, друзья, это технический вопрос. На этот вопрос могу прямо сейчас ответить. Зайдите в меню «Частые вопросы», и там есть ответ на этот вопрос. Реклама подорожает. Денис, будьте уверены. Реклама не то, что подорожает. Она будет дороже хлеба. Она будет самая дорогая. Будет дорогая именно в глобусе. Почему? Давайте просто вот, ну, на секундочку перекинем себя на 10 лет. Ну, на 5 лет вперед. Телевизора уже нет, там реклама не окупается. Но есть гаджеты, да, которые мы постоянно берем. Мы свои гаджеты берем около 150 раз в сутки. И как минимум 150 реклам надо человеку отправить. Но количество рекламодателей, их очень много. А количество взятия рекламы в наши, вернее, количество взятия наших смартфонов в руки, оно, ну, по сути, ограничено. И, естественно, рекламодатели будут бороться за то, чтобы попасть вот в это вот 150 раз. Я не знаю, может быть, в будущем будем больше раз брать. Может быть, вообще они у нас будут где-нибудь вшиты в руке, наши телефоны. Я не знаю. Но я уверен, что в будущем рекламодатели будут бороться, будут зубами грызть за размещение рекламы на наших гаджетах. И будут платить огромнейшие деньги. Я в этом уверен. Будем миллионерами. Да, друзья, мы уже будущие миллионеры. Я вам более чего скажу. Мы уже будущие миллионеры. Осталось просто чуть подождать и поработать. Когда будет email-рассылка для неактивных? Как только мы ее закончим, как только мы ее оттестируем, сразу обязательно она появится. Следите за нашими новостями в социальных сетях, вы узнаете об этом первый. Что ж, вижу, вопросов больше нет. Огромное вам спасибо. Спасибо огромное за то, что вы присутствовали в сегодняшнем на вебинаре. Я тоже, если честно, сегодня очень зарядился. Побегу сейчас работать, побегу сейчас приглашать новых партнеров, что, собственно, и вам тоже советую. По поводу записи вебинара. Запись вебинара появится сразу после его окончания. Она будет по той же самой ссылке. Еще раз, друзья, вам напоминаю. Обязательно подпишитесь на наш канал. На наши социальные сети ВКонтакте и Фейсбуке. И обязательно включите колокольчик на YouTube, чтобы не пропускать именно онлайн-трансляции. Как если вы включаете колокольчик, то у вас всегда будет всплывать уведомление о том, что на нашем канале стартует новый вебинар. И у вас есть время сразу быстро звонить друзьям, знакомым. Там вебинар начинается, давай, быстро заходи, потом позвонишь. Вот, обязательно все это сделайте. Хорошо? Все, друзья, всем пока, всем огромное спасибо. Надолго не прощаемся, я думаю, увидимся в четверг. Все, пока-пока.